Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программы «Интервью с чемпионом». И сегодня у нас в гостях победитель чемпионата Азии по дзюдо Джафар Костоев и тренер по дзюдо Джамалил Аксагов. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Джафар, мы поздравляем тебя с очередной яркой победой. Насколько я знаю, это твой самый серьезный старт на международном уровне. Вот расскажи, как ты выступил, на твой взгляд. Насколько тебе приятно, что ты стал первым представителем Ингушетии, который выиграл чемпионат Азии по дзюдо? На самом деле, как ты говоришь, Ислам, это был самый важный старт в моей карьере. Был самый ответственный, и мне было очень важно там выиграть золото, потому что это был мой первый старт за Эмираты и очень ответственный старт. Вот если говорить про схватки, Джафар, вот сколько схваток было, к сожалению, у меня не получилось, наверняка у многих тоже не получилось посмотреть. Вот расскажи подробно про свои схватки, вообще сколько было схваток, насколько сложны были соперники? В общем, я провел 4 встречи. Первая встреча у меня была с китайцем, вторая с представителем Монголии, и третья, зовут финал и финальная часть, я встретился с казахами. Спортсмены были действительно опытные и неплохие. Чемпионат Азии считается не слабее чемпионата Европы, потому что там выступают очень сильные страны, такие как Япония, лидеры дзюдо, Япония, Корея и остальные страны. Вот так вот. Вот с представителями казахами отдельно было бороться тяжело, потому что они борются дома. Вот эта вот вся публика, вся атмосфера, они поддерживали своих спортсменов. И как бы судьи тоже, вот когда человек борется в своей стране, у себя на родине, они немного тянут его. Ну, это там было очень видно даже, как они тянулись по своих спортсменов. Вот смотри, Джафар, после финальной схватки, когда подняли твою руку, вот что ты испытывал на тот момент, когда ты стал победителем чемпионата Азии? На самом деле, ты не сразу понимаешь силу своей усталости. В первую очередь хочется, я думаю, в основном всем спортсменам, которые тяжело провели свои встречи, в первую очередь хочется отдохнуть. А вот уже после того, как ты отдохнул, когда тебя начали все поздравлять, ты уже понимаешь, что результат, ты достиг какого-то результата. Вот кто тебя первым поздравил, Джафар, если не секрет? Первым там очень много смс было. Кажется, отец был. Но много пропущено было, много смс. Также мой тренер Джамалей, братья. Ну, там очень просто много смс было. И также в Инстаграме и ВКонтакте я просто сидел очень долгое время, уделял ответам. Ну смотри, Джафар, буквально пару месяцев назад я общался с дзюдоистом Альбертом Костоевым. Он мне тогда сказал, что вот ты слышал о том, что Джафар хочет подняться в другую весовую категорию, будет выступать в весовую категорию плюс 100 кг. Я как бы уже пробовал себя в Красноярске, был у меня серьезный турнир 100 кг. Я решил себя там попробовать. До этого тоже у меня старт был. Ну как бы я знал, что там разница бывает. Именно соперник должен, ну, человек должен быть более физически подготовленный. А когда в 90-е я боролся, особенно вот в последнее время, у меня вот вес поднялся, много гонять приходилось. И когда ты вес много гоняешь, уже это очень сильно сказывается на твоей борьбе, на выносливости, на физической вот этой вот физике твоей, ты уже ее не чувствуешь. Как бы мне советовали, я долго решался перейти в 100, попробовал, и вроде бы лучше себя чувствую, да, чем в 90-х. А вот если говорить про скорость, мне кажется, на скорость не повлияло, да? Нет, я и в 90 особо не был скоростным, особо. У меня борьба такая в основном на технику, на технику, на физику, да. А скорость, нет, это не мой конек, так сказать. Джамалей, смотри, в отличие от нас, я знаю, что ты смотрел схватки Джафара. Как тебе выступление Джафара? Вот с точки зрения тренера, что ты можешь сказать? Были какие-то ошибки? Нет, это в действительности был очень на высоком уровне старт. Я в действительности очень переживал, когда смотрел его схватки. Но на этом турнире он в действительности очень грамотно себя поставил. Даже вот была финальная схватка, когда он Бабзаев, по-моему. Базбаев. Исламу, когда он боролся, там в действительности было очень тяжело выиграть эту схватку. Но он на первую, начало второй минуты сделал ему вазари. Сделал также вазари, они не отдавали шиды, ему не давали замечаний, так что тянули и надеялись, что он выиграет у него. Но Джафар в действительности отстоял очень хорошо, очень даже грамотно отстоял, потому что он был очень опытным парнем.
Ислам очень опытный, очень результативным спортсменом является. Но благодаря тому, что схватка была так поставлена грамотно, Джафар выиграл у него. Выиграл, сделал оценку на первую, на второй минуте и удержал его до конца. И показал, что он в действительности атакует, что он борется с ним. Была грамотная схватка. Вот смотри, Джамаль, я знаю, что вы больше 15 лет тренируетесь в одном зале вместе с Джафаром, да? Вот то, что Джафар поднялся, поменял весовую категорию, это правильный шаг? Да, в действительности правильный шаг, потому что 90 килограмм в последнее время мы много веса гоняли. А из-за того, что гоняли этот вес, он не мог себя нормально чувствовать. Не могли к этому, а так нужно. Просто он не мог 100% бороться, показать себя на ковре 100% после этой гонки. А вот 100 килограмм, хотя это только второй старт, по-моему, 100 килограмм, когда он боролся, а он там себя хорошо чувствовал. То есть можно сказать, что Джафар выступил на твердую пятерку, да? Да, можно сказать, что выступил на твердую пятерку с плюсом даже. Вот эта победа, как я уже говорил, Джафар, первый представитель Ингушетии, который выиграл чемпионат Азии по дзюдо. Да. А вот насколько это важная победа для нашей республики, для нашего спорта в целом? Ну, для нас это действительно большая победа, потому что в истории, по-моему, сколько я знаю, не было чемпиона Азии. Это же мировой уровень, если так посчитать. Да. А вот Джафар в действительности по мужикам начал бороться недавно. Он с юноши просто перешел по мужикам, выиграл Россию. После этого потихоньку пошло, и добились этих результатов. Действительно значимая победа, да? Да, она очень значимая победа. Потому что к этой победе люди не год, не два готовятся. Они, вот если взять Джафара, он за короткое время достиг всего этого. Вот, Джафар, смотри, если говорить про подготовку, вообще сколько у тебя времени ушло на подготовку к этому старту вообще? Как ты готовилась? Были какие-то травмы? Травмы у меня была вот в прошлом году я боролся на чемпионате России. Там я получил травму кисти, травмировался. Вот после этого я лечился, как бы, и акцент поставил больше на физподготовку. Я еще тогда планировал перейти в 100. Когда ты уделяешь больше времени на физподготовку, у тебя вес поднимается. Вот я лечился, качался и вот набрал вес потихоньку, восстановился. И уже к чемпионату Азии я не знал, если честно, до последнего, буду я бороться или нет, потому что у меня такой резкий переход получился. У меня, если объяснять долго будет так, если коротко объяснить, то 26 августа у меня истек срок, от которого я могу получить открепление от России. И буквально сразу же, через неделю где-то, как я получил открепление, я сразу же перешел за Эмираты. И времени у меня немного было. Тем более, там тренера говорили, это не 100%, там неизвестно еще, получится, не успеем тебя зарегистрировать. Ну так, альхамдулилля, получилось, что все прошло гладко. И готовился я дома, да, готовился я дома, и разъезжал в разные места, и на сборы. Да, ну, в любом случае, спортсмен должен быть всегда готов. Неизвестно, сегодня ты сидишь дома, завтра тебе могут позвонить и сказать, там, ты борешься на этом турнире. Из этого всегда мы стараемся быть готовыми к любому старту. Смотри, Джафар, я также знаю, что ты готовился и в Дубае, да, был в Дубае до чемпионата Азии. Нет, расскажи, как тебя там встретили? После чемпионата Азии. После, да? Да. Вот как тебя встретили в Дубае? Ну, встретили меня очень хорошо, потому что не только от Ингушетии, от Эмиратов, хотя у них очень хорошие спортсмены, есть медали на чемпионатах мира и Олимпиады, а чемпионат Азии по дзюдо у них в истории первый я, получается. Из-за этого они очень хорошо меня встретили. Получается, команда с Эмиратов отдельно тренировалась, а я уже там отдельно. Ну, у меня отдых был, можно сказать. То там, то здесь разъезжали и встретили вообще не слабо, если честно. Мы же в одной команде, мы всегда, ну, вместе бываем. Да, очень сильно радовались за меня, особенно вот тренер, который теперь будет нас тренировать. Он очень сильно был рад. И
тренировать тоже недавно только начал, сам он выступал, Виктор Скворцов. Теперь попробовал себя в этом деле, и две медали у него сразу получилось заработать на чемпионате. Одна бронза и одно золото, он был очень рад. А вот конкуренция сильная в твоей весовой категории? Конечно, очень мощная. Много спортсменов в твоем виде? Да. 90 тоже не слабо было, но сотки, они очень мощные. Там на чемпионате мира, который будет проходить через 2 месяца в Узбекистане, там уже будет посложнее, чем на чемпионате Азии, и придется побольше и тренироваться. То есть ты вернулся в Ингушетию, Джафар, вот расскажи, как ты проводишь сейчас время, и у тебя остается 2 месяца, да, до начала чемпионата мира. Где ты будешь готовиться и вообще как ты себя чувствуешь? Ну, мы в основном всегда, команда Эмирата, она на сборах все время разъезжает. Сейчас я только вот приехал, сначала там по родственникам проехался, с друзьями, со всеми встретился, отдохнул немного. И уже вот сегодня прям тоже я уже тренировался с утра, вчера у меня была тренировка, и уже начал, пока я дома, здесь я тренируюсь, с тренером советуюсь своим. И получается 29-го этого месяца у нас вылет в Венгрию, там будет тоже физподготовка, после этого набаривание в Италии, потом обратно подводка опять в Венгрии, и оттуда мы уезжаем на чемпионат мира в Узбекистан. Вот у тебя постоянно перелеты, Джафар. Устаешь? Тяжело вот так постоянно находиться в движении? Вот эти перелеты самолетов, если честно, особенно когда длинные поездки. Кто не летал, тот не поймет. Очень тяжело бывает. Там день, наверное, походит, пока ты восстановишься, пока... Особенно если ты вдалеке был, там часовые пояса разные, во времени разница бывает. Бывает нелегко, если честно. Вот еще меня очень интересует такой вопрос, Джафар. Вот акклиматизация. Как у тебя прошла акклиматизация в Дубае? Вот тяжело было? Там очень жарко сейчас. Я в основном днем не старался не выходить из отеля. Ну, если пока они меня там куда-то не звали. Я вечером в основном выходил там погулять. Ухожу, гуляю, и когда я возвращаюсь, у меня мокрая вся футболка была, потому что там это очень жаркая страна. А тяжело там тренироваться вообще? Тренироваться там в летнее время очень тяжело будет. Теперь понятно, да, почему они постоянно вылетают на сборы другие страны? Да, Джамалил, вот как ты считаешь, насколько готов Джафар к предстоящему чемпионату мира? В какой он форме находится? В данный момент он в хорошей форме. Если честно сказать, он в хорошей форме очень. И я думаю, что на мире он должен показать себя. Просто единственное у нас то, что есть, это опыта очень мало. Потому что на таких рейтинговых турнирах мало боролись, очень даже мало боролись. Но он готов. Если он выложится на 100%, без медали не приедет. То есть это прям 100%, да? Да, это 100%. Вот, Джафар, как ты себя настраиваешь на предстоящий чемпионат мира? Ну, какие мысли в голове вообще? Я на любой старт обычно стараюсь, но не всегда получается настроиться, создать максимальные причины, чтобы показать максимальный результат. А там проиграю я или выиграю, я стараюсь, если проиграю, не сильно расстраиваться, если выиграю, не слишком радоваться, как подобает мусульманину, потому что в любом случае, как бы я ни хотел, то, что предопределено мне, только то и будет. Из-за этого, в любом случае, альхамдулилла, я стараюсь так настраиваться. Так бывает психологически легче, и после, особенно после проигрыша. А так, на чемпионате Азии, вот, и особенно вот, на чемпионате мира, я вот представляю, там вообще бывает другая атмосфера. Пока ты к этому не привыкнешь, бывает тяжело там. Тем более я на чемпионате мира еще не боролся. За это я уже представляю там вот эту атмосферу. Там, она очень сильно отличается, там, допустим, от всероссийских турниров, от даже обычного международных турниров. Там уже бывает и очень такая накаленная обстановка, скажем так. Вот смотри, Джафар, после твоей победы на чемпионате Азии я видел очень много публикаций в соцсетях. Буквально вся республика радовалась твоей победе. И наверняка тебя уже многие знают, да, вот выходишь ты в город, тебе подходят люди, да, желают тебе успехов, там очень много добрых слов говорят. Но насколько тебе приятно, что вот буквально вся республика так переживает за тебя? Ну, на самом деле, мне очень приятно, что вот эта медаль не только для меня, моих тренировок, для моей семьи, она и важна
как я понял и увидел, для практически всего народа моего. Мне это было очень приятно. Так на люди я особо сейчас не успел выйти, только приехал. В основном меня поздравляли вот в соцсетях. Было очень приятно, если честно. Это тебя мотивирует, да? Ну, в определенной степени, да. И в конце нашей беседы, Джафар, Джамале, поделитесь вообще ближайшими планами. Джафар, как ты планируешь провести вот последние несколько дней, которые ты будешь в Ингушетии находиться? Ну, в первую очередь, на первом месте, как всегда, тренировки у меня. Потом попытаюсь совмещать и остальное. Вот. Попрощаться надо будет аккуратно с родственниками, потому что я где-то на 2 месяца уезжаю. То мы приедем только на пару дней, как я понял. И опять на сборы. Из этого побольше встретиться с родственниками, с людьми, которым приятно тебе видеть, общаться и готовиться. Джафар дал это Бахопа. Джамалил был очень рад видеть вас в нашей студии. Уважаемые телезрители, это была программа «Интервью с чемпионом». Оставайтесь на канале Ингушетия.